Здравствуйте. Нарушение правил привело к аварии. Два автомобиля не поделили дорогу в индустриальной части Череповца. Авария произошла в 11 вечера на пересечении улицы Ленина и Луначарского проспекта. Столкнулись ВАЗ-8 модели и Nissan Тиана. По информации ГИБДД Череповца, отечественный автомобиль двигался по второстепенной дороге. Водитель не уступил иномарке, которая ехала по главной. Люди в аварии не пострадали, значительные повреждения получили только машины. Инспекторы по розыску ГИБДД нашли водителя, который сбил пешехода на трассе, а затем скрылся с места происшествия. На 142-м километре автодороги Волга-Нового Ладога, около поселка Неласка, неустановленный водитель совершил наезд на пожилую женщину 44-го года рождения, которая в результате данного дорожно-транспортного происшествия получила телесное повреждение. В ходе розыскных мероприятий водитель неустановленный был нами найден на территории Ленинградской области и доставлен в город Череповец, где на него был составлен административный материал по статье 12.27, часть 2. Водитель был доставлен в мировой суд, где был лишен водительского удостоверения на 1 год. Водителю удалось установить с помощью видеокамер, которая усеяна как бы вся территория автодороги Вологда-Нового Ладога. При просмотре вот именно вот сборе всех данных со всех камер был установлен автомобиль, ну и в дальнейшем водитель, который совершил это дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами выявляли должников. Акция прошла на трассе Череповец-Сергиев Посад. Инспекторы останавливали водителей, проверяли, все ли штрафы оплачены вовремя. В свою очередь, судебные приставы также смотрели по своим базам, не числятся ли за гражданами долги. Череповчане не платят за коммунальные услуги, налоги, алименты, имеют задолженность перед пенсионным фондом, не платят кредиты. Долги исчисляются миллионами. К слову, штрафы водители стали платить охотнее. Видимо, сказывается 50-процентная скидка. Но, тем не менее, забывчивые находятся. За 4 месяца 2016 года взыскано более 17 миллионов рублей. То есть это те суммы, которые не оплачивают наши водители. Передано в службу судебных приставов более 4000 материалов. Также привлечено водителей по статье 20.25 более 2000 человек. Ежедневно нарядами госавтоинспекции города Череповца привлекается около 50 человек, тех водителей, граждан, которые не оплачивают вовремя свои штрафы. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник.